Всем привет, друзья! Давно не выходила на связь с вами. Что произошло у меня? Я же тут с вами не рассказывала про свой ремонт. Вот сейчас хочу вам показать. Я все-таки нашла специалистов. Я нашла специальное место у нас такое в одном из магазинов, в котором можно приходить и вам помогут с дизайном кухни. И вот я затратила, наверное, часа три. Мы все сделали, там у них специальная программа. Вот сейчас покажу вам, как расставили мебель в моей кухне. Это я, кстати, нашла фотографии из брошюры, когда продавала свою квартиру. Вот мне вот так вот красиво сфотографировали, моя кухня. Светлая, огромная, вот видите, островок здесь. Напоминаю вам, как выглядит моя кухня. И вот на фотографиях просто красавица. Здесь, конечно, не очень-то поймешь. Но вот показываю, чтобы вы вспомнили. И что сейчас? Вот по плану они мне сделали вот так. Ну, возможно, вы не очень поняли, если здесь такой план. Это получается вот эта вот сторона у меня, где у меня была мойка. Вот это белое большое, это как раз камин. Здесь рядом они поставили мой холодильник. Я, кстати, не додумалась его сюда поставить. И вот здесь стиральная машина и мойка. Дальше, с другой стороны, напротив двери, они мне сделали вот еще одну такую поверхность кухонную с ящиками. Здесь у меня будет плита, вот эта вот варочная поверхность сверху, видите, возле самой двери. Ну, вот как-то так, давайте посмотрим вот в объемном, если смотреть, у них есть еще и вот такие фотографии объема. Почему-то в сером цвете, конечно, не очень красивенько, но надеюсь, что вы понимаете. Это если мы стоим со стороны окна, вот там вот холодильник, видите, возле камина. Камин, конечно, показан глухой стеной, поэтому не очень понятно. Вот здесь вот как раз большой круглый стол, как я хотела, у окна получается. И кухня получается очень просторная и очень большая. Хотя всего лишь 1,90 м и 1,90 м две поверхности. И вот стоимость этой кухни, видите, 2164 фунта. Или грубо 220 тысяч рублей. И вот смотрите, они перечислили, что сюда входит. Значит, вот такие вот столы внизу. Один двухстворчатый метровый. Два по 60 сантиметров, вот эти столы-тумбы. Один 30 сантиметров и один 40 сантиметров. И три навесных шкафчика, тоже 30-40 и 60 сантиметров шириной. И две совершенно обычные поверхности, 1,20 м и 1,50 м. Даже никакие не каменные. Сверху вот такая вот варочная поверхность, тоже газовая, 4 конфорочки. И вот такая вот нержавеющая мойка с малюсеньким крылом. То есть вот это все 220 тысяч рублей, но это еще не все. Это только то, что входит в состав. Как я уже сказала, что у них стоимость установки этой кухни порядка 4000 фунтов, то есть 400 тысяч рублей. И это не шутки, это на самом деле, я несколько раз переспросила. Вот такие вот цены, друзья. И я не могу сказать, что это что-то замечательное, такое сверх-супер качество, или это какое-то натуральное дерево, там дуб или еще что-то. Нет, это все сделано из пластика, из ДВП. Ну вот такие вот цены, друзья. Я не знаю, если я, конечно, не найду того, кто мне установит все-таки, ну хотя бы, я не знаю, ну за 1000, может быть, да и то, мне кажется, слишком дорого, то тогда я не буду заморачиваться опять с кухней. Ну, потому что мне просто этого не потянуть уже по деньгам. Хотелки хотелками, конечно, но надо исходить из того, что имеешь. Я
заплатила больше 4000 за установку отопления. И это, конечно, самое главное и важное, то, что я сделала. Но платить 4000 всего лишь навсего за установку кухни, нет, я не готова. Так, помимо всего прочего, еще же 2000 я должна заплатить за саму кухню. То есть это получается порядка 6000 фунтов. Ну, друзья, ну нет, никуда не годно это все. Мало того, я же еще, мне же порушили весь пол. Вот, все шатается, все покидали кое-как. Я решила, ну, сделаю я опять там ковролин, линолеум, я не знаю, ламинат постелю. Тоже стала приглашать мастеров. Вот мне кто-то говорит, зачем вы через фирмы берете? Находите просто мастеров там где-то по знакомству или как. Ну вот я так и нахожу. Я в Фейсбуке через знакомых нашла. Ну и они сами подают объявления. То есть это вот такие вот частные предприниматели. Так вот, вы знаете, мне насчитали, ну это вы не поверите, просто постелить линолеум на кухне, значит, ковролин в моей большой комнате и ковролин в моей спальне. Это получается еще 1500 фунтов, то есть 150 тысяч. Нет, получается, что я просто тогда выскакиваю из своего бюджета. Ну, мне просто денег таких нет, понимаете, да, друзья? Поэтому, как говорится, я решила свои аппетиты немножко приумерить. Вот. Не знаю, посмотрю, может быть, договорюсь со своим знакомым поляком, который здесь у меня сейчас доделывает ванную комнату. Я же еще ванную комнату делаю параллельно. Еще это вам не показала, но обязательно покажу, когда он закончит. Он уже практически, ну, почти уже заканчивает. Что у меня там получилось, тоже я хотела менять и душевую кабину, и хотела и ванну менять. И, в общем, посмотрите, что получилось у меня. Опять же, по бюджетному варианту я пошла. Вот. Дальше, значит, ну так как у меня пол все равно на кухне порушен и в большой комнате порушен, и при том очень сильно, значит, так или иначе мне придется все равно и на кухне, и в большой комнате тоже делать пол. Как я найду кого-то, может быть, найду подешевле. Ну, в общем, я никогда не думала, что в этой стране так дорого вот делать вот все эти работы, какие-то ремонтные или какие-то реставрации, понимаете? Я знала, что здесь все дорого, что страна такая очень дорогая, каждый шаг, и дым из трубы стоит денег, как говорила когда-то наша знаменитая Алиса в «Стране чудес», ну то есть Льюис Кэрролл. Вот, но я не полагала, что это настолько все дорого. Ну и я, конечно же, хожу по магазинам. Теперь у меня любимые все магазины, строительные материалы, хозяйственные всякие. Кто желает посмотреть со мной, погулять, цены покажу вам ассортимент, который оставляет желать лучшего. Ну вот, давайте мы с вами прогуляемся. Это магазин B&Q. Очень популярный, огромный магазин. Вот я смотрю светильники, свои любимые отделы. Покажу вам стоимость также всех этих светильников. Я выбираю светильник на кухню, вот что-то типа такого, наверное. Или вот такой вот красивый очень, три. Вот видите, висят они, три штучки длинненькие, может быть, посреди кухни. Но выбор, вот посмотрите какой. Я не могу сказать, что что-то здесь такое грандиозное или выбор большой. По мне, когда я была в России, в Ростове, мы с сестрой ходили по магазинам, там выбор намного больше и, опять же, цены гораздо ниже. Ну, я также выбрала себе на ванную комнату светильничек малюсенький-малюсенький за 18 фунтов. Но я его здесь, по-моему, вам не показала. Вот, а нет, вот, по-моему, вот здесь вот какие-то светильники такие потолочные. Но это уже, конечно, не для ванной, это для
больших комнат, может быть, для кухни, кому какие нравятся. Это я показываю рисунки на коробках, чтобы вы увидели цену. А это отдел, где продается линолеум. Вот такими рулонами я смотрела на кухню. Тоже посмотрите, как они выглядят и какая цена вот наверху. Видите? Ну, примерно 9-10 фунтов за квадратный метр они стоят. И не могу сказать, что какое-то хорошее качество для меня. Какие-то тоненькие слишком они. Может быть, я не понимаю. Вот кто-то спрашивал у меня то, что я постелила в ванной комнате. Вот эти я как раз постелила в ванной комнате. Значит, вот 10 фунтов. И я заплатила 60 за рулон 3 на 2 метра. Ну, и вы знаете, это еще получается довольно-таки большой ассортимент. Потому что даже вот такой, вот видите, здесь у них отрезается по метрам, сколько вам надо в рулоне. Такого я не видела до этого вообще. И, кстати, вот этот тоже, видите, в рулоне откручивается, отрезается, сколько нужно вам. И потом я пришла через 2 дня сюда. Уже ничего этого не было. Все было разобрано. Вот именно вот эти все накрученные, которые, видите, которые можно купить по метражу. И разобрали. А это вот все, что есть из ковролина. Почему-то у них ковролин не продается в рулонах огромными метрами погонными, а вот такими маленькими квадратиками. По-моему, 35 на 35 сантиметров вот этого квадратика. Вот они разных цветов, видите. И цена у них 2,99, 3,99, 4,99 за один квадратик вот такой. А это уже ламинат и цена за ламинат. Ну, разных цветов он есть тут, какой хотите. Показываю вам. Про ламинат я ничего не знаю, сколько стоит он у нас в России, понятия не имею. Ну, а здесь вот такие цены. Вот такой сегодня у меня обзор для вас по моему ремонту и по всем моим опять задумкам, хотелкам, что получится, не получится, будем смотреть, буду вам показывать, если вам интересно, пишите, пожалуйста, свои отзывы, как обычно. Я не забыла то, что я вам обещала, друзья, обязательно вам покажу две последних части про наши скалы Needles. Я все-таки надеюсь, что вам нравятся такие зрелищные видео. А на этом я, друзья, с вами сегодня прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя. Всем пока.